Дорогие друзья, всем привет! Находимся в селе Русский Камешкир. Это большой районный центр. Здесь у нас сегодня вторая тренировка по самбо, по рукопашному бою. Пока у нас ковер не пришел, маты не привезли еще. Сейчас тренируемся в фоке без покрытия. Сейчас проведем специальную тренировку такую, где будем отрабатывать различные удары. Будем выполнять специальные упражнения рукопашника и самбиста. В общем, будет интересно, ребята. Небольшую тренировочку, часть тренировочки заснимем и покажем вам. Сегодня тренировка практически закончена. Ребята закачивают мышцы спины и мышцы пресса. Сегодня на тренировке было уже довольно много человек. Скоро, если также народ будет, будем делить младших отдельно, старших отдельно. В общем, ребята, если какое-то мнение есть, пишите в комментариях. Будем слушать вас и что-то исправлять.